Учитывая, что это первый официальный матч в 2021 году, смотрелись мы очень недурно. Вот новичок Соу пытается забить выше. Норман со штрафного великолепно проверяет вратаря, а буквально в следующем моменте не специально фалит в своей штрафной и смотрит, как Бериша спокойно с точки разводит Писякова и мяч по углам. Мы еще в первом тайме могли отыграться, но Алмквисту немного не хватило точности. Ну и Еременко ушел за 5 минут до конца тайма, попросив замену. Как оказалось, навсегда. По обоюдному согласию сторон расторгли контракт. В начале второго красную схлопотали гости, а швед Алмквист был очень близок к голу. По мне, она сегодня показала оптимальный игровой тонус, за исключением результата с точки зрения игры как раз. Нельзя сказать, что эта команда приехала со сборов, и это первый официальный матч. То есть удовлетворение от игры есть, нет удовлетворения от результата только. Тренер выпустил Обухова, и тот практически первым касанием заработал пенальти. Судья посмотрел ВАР и указал на точку. Норман вроде и пробил добротно, но Шелли оказался круче в этот момент. В четвертьфинал идет Ахмат. Роман Саганов, Дон-24, Ростов-на-Дону.